Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами Bloodliness, ну и как всегда мы будем проходить Madfather, продолжать, точнее проходить, потому что мы всего лишь одну серию прошли, и наконец-то я научился на весь экран делать и записывать, потому что до этого у меня, ну, в окне было, а теперь нормально можно будет читать, и не только читать, можно будет и наслаждаться игрой, очень даже. Я вам скажу. Так, остановились мы на том, что мы должны были папашку вроде спасти своего, да? Что-то с ним стало. Опа, что это такое? Ай, бляха-муха, верни мне ее. Верни мою дочь. Кто это? Это мать, что ли? Мать твою, что это было? А ну-ка. Опа, что-то лежит. Ключ от архивов мы взяли. Это, походу, может, это ее мать, я так думаю. Мертвая встала из могилы и решила... девочку напугать так, чтобы она... чтобы ей жизнь малиной не казалась. Так. Комод пусто. Много книг, никак не пойму, про что они. Прочитай название, там же написано, наверное. Ты ощущаешь чье-то присутствие. Как-то хватит клацать, дурак. Заперто. А если бы я знала код, который открывает это... Да, вот, наверное, найдем код. Я, наверное, все буду осматривать, потому что мне кто-то написал... что какие-то тут камни надо собирать, и если эти камни... Что это за... А что это за полоска сверху появилась? Цветочный горшок. Ой-ой-ой-ой-ой. Горшки рядом. Так, подождите секундочку. Так, я случайно из игры вышел, но сейчас все нормально, мы продолжаем играть. Тут оказывается кнопка, та, на которую нажимаешь запись, она оказывается и выключает игру. Так, хватит шклацать. Что это за полоска? Кто там майонез ест? О, это зомби! Ёперный боль. От них что, убегать надо? Это первая игра, в которой... О, открыто. Это первая игра, в... ну, такая, знаете, именно... Книги разбросаны. Ну, сверху, вот в таком плане. Как, я не знаю, квестовая, или как она там называется по-другому. Давайте сохранимся. Что надо убегать даже еще, что нас могут убить. Хотя, что я удивляюсь, если в, если в доме ведьмы нас тоже могли убить в любой момент. Хотя, подождите, там тоже мы убегали, что я рассказываю. Результаты опыта с живыми образцами. Опа. А, походу это папашка делает зомби из людей. Здесь внутри что-то застряло. Что там застряло? Памятка с кодом. Во, видели? Надо искать, надо все смотреть. Мама, мамочка, что это за синий аватар? Мне больно, помоги мне. Спаси меня. Ой, блин. Что такое? Что произошло? Папа? Что такое происходит? Я хочу домой. Я хочу к маме. Не волнуйся, милая, я скоро отведу тебя к ней, как только мы закончим. Нет, я хочу сейчас. Мама, мамочка. Они, походу, и детей, походу, видите, как тоже проводили над ними опыты. Не волнуйтесь, не волнуйся, все будет хорошо. Мы просто хотим испытать это лекарство. Может быть, немножко больно, самую капельку. Потерпи чуть-чуть и станет намного легче. Нет, мама. Прекрати. Нет. Что-то происходит. Прекрати, я не хочу видеть это. А, это он показывает, что с ним было, походу. Как он посинел. Уйди. На, с кулака в хавальник ему. Мама, мама. Я бы тоже испугался, наверное, таракана этого синего. И что, с ним он валяется? Давайте, ладно, пойдем код вставим туда. Но тут, смотрите, тут опять эти зомбаки. Не, слушайте, они не нападают. Я так понял, тут можно тоже сдохнуть, как два пальца просто обоссать. Ах, если бы я знала код. Так ты же знаешь код. Может быть, в записке, которую я нашла, есть подсказка? А как записку... Подождите, стойте. А как, где, как, на какую кнопку записку активировать? Я не знаю. Тут что, инвентарь есть? Опа. А, вот. Так, бочки в восточном коридоре первого этажа. Люстры в вестибюле возле входа. Красные куклы в комнате кукол. Картины в приемной комнате. Чё? И что, мне надо все эти комнаты, то есть все бочки, все это найти и обыскать, да? Не помню точно, что за язык, но вроде бы я его когда-то учила. Посмотри. Посмотрим, смогу ли я вспомнить хоть что-то. Ты что,
В 13 лет языка, что ли, не знаешь? Или что, я не пойму? Что-то ты бухая какая-то девочка. Не понимаю твою логику. Короче, бочки какие-то рядом. А ну-ка, стойте, давайте еще раз. Где там? Да подожди, ты не на ту кнопку. На какую кнопку там инвентарь открывался, бля? Ну! Вы что, издеваетесь? А ну? Я же... Что за пердежный звук? Ладно, пошлите, короче, дальше осматривать все это. Дверь заперта. Может, что-нибудь еще мы найдем? Тут мы, кстати, не... Ух ты, смотрите. После них всегда что-то остается. Здесь что-то есть. Медальон. Не знаю, для чего нам этот медальон, но я хочу пройти туда. Никак не получится. Ладно. А в эту дверь мы пытались? Не пытались, но дверь все равно заперта. А ну-ка, что-то управление тут не очень, конечно. Так, на самом виду лежит небольшая рукописная заметка. Люди прекрасны, увы, их красота недолговечна. Таков закон нашего мира. Но я не изверг этого. Его после многих лет поисков я открыл вечную красоту тела, не увядшие даже смерти. Ну, короче, он имеет в виду, что отличает вечную красоту. Короче, он имеет в виду, это, походу, батя тут, огненное яйцо. Батя, походу, как, ну, писал, походу, или читал эти книги, чтобы над опытами, наверное, людей, как бы, переделывать. Она про девочку, которая получила таинственную власть над силой огня. И она отправилась в путешествие, чтобы найти семью, с которой ее разлучили. Восклицая, гори все на моем пути, она сжигала своих врагов. Прям как в «Игре престолов». Но, кажется, в конце ее сила вышла из-под контроля и уничтожила мир. Поэтому она так и не встретила свою семью и осталась в полном одиночестве. Бедная девочка. Одна во всем мире. Интересно, к чему я это прочитал? Если я потеряю папу, то тоже останусь совсем одна. Я так не хочу. Ну, мне кажется, должна поскорее спасти его. Кстати, ну да, мы же должны бежать к папе там вроде как. Ой, блин, что это? Что за... Что это было? Люстра вообще, что это? Это люстра висит так? Что это за ходячие мертвецы какие-то? Что за куклы? Помните в доме ведьмы? Такие же самые куклы, такие же самые цвета. Кто это там стоит? Что тут происходит в этом доме? Кукла-манекен. Это тоже так тщательно сделано, что почти не выглядит куклой. Что-то мне кажется, они сейчас... А живут, в драгоценный камень я нашел. Но для чего, наверное, эти драгоценные камни откроют... Кто там говорил мне, вторую концовку или что типа такого? Хотя хрен его знает, посмотрим. Давайте пройдем на низ, посмотрим, что внизу. Ой. Падлы, ладно, я сюда. Тут открыто. Так, мы опять в каких-то опять комнатах, целая куча комнат. Опа, что такое? Я двигать могу? Может, его сжечь надо? Да подожди ты. А, все, я больше не могу. А, не. Нахер. Не? Что такое? Кажется, я что-то слышала. Мне кажется, что часы остановились в полночь. Эту штуку надо подвинуть куда-то. Ой. Портрет красивой женщины. Опять мон... Ай, блин! Меня сожрали! Как? Жми, З! Жму! Ну! Ничего не происходит! Что? Да что такое? Убегай! Что за херня? На меня все нападают, все убивают. Почему зомби бегают по всем комнатам? Почему они... Как они выбрались вообще? Что происходит? А ну давайте зайдем еще раз. Тут потопадла уже убежала. Давайте сохранимся хотя бы. Фу, это просто жесть. Как их... Мне показалось, что что-то я слышал. Но, возможно, мне просто причудилось. Слушайте, тут тоже портрет. Я не знаю, в принципе. Сквозь дыру ты видишь проход. Нет, давайте пока что исследуем все тут, что тут есть. Заклинание удачи. Вы хотите, чтобы тот... Кого вы любили, был счастлив. Тогда вам поможет заклинание удачи. Для него нужна всего лишь одна вещь. И эта вещь называется любовь. Поцелуйте кого-нибудь в лоб с любовью и пожелайте удачи. Удача, как по волшебству, не зайдет на него. Разве это не чудесно? Да, это чудесно, очень чудесно. Так, давайте подвинем вот эту хрень к часам. Хотя, ладно, давайте откроем сначала, наверное. Может, там что-то есть. А, там потайной ходик, потайной.
Но сначала давайте попробуем это сделать. Может... Ага, все, оно дальше не может двигать. Ну, я не знаю, в принципе, для чего тут эта штука. Ведро здоровья самого дна. Горшки расставлены в ряд. Почему тут везде горшки стоят? Ну, я все равно каждый горшок буду исследовать. Опа, мы вышли на... во дворик в какой-то, да? Что это у нас тут? Это... Тут танцевали румба. Вязанка дров. Так, драгоценный камень. Опять же, блин, я не знаю, для чего эти драгоценные камни. Там что-то... Что-то мы разблокируем потом. Короче, тут ничего нету интересного. Мы только слышим какие-то звуки. Как будто бы дверь какая-то скрипит или... Опа, ящик? Ладно, давайте... Так, я это читал уже. Давайте посмотрим в ванную еще зайдем. Я надеюсь, тут никто не нападет. Пожалуйста, не нападайте на меня. Я хороший дядька. Кто-то у меня по ногам ползает. Так, забытая картонная коробка. Ой, блядь! Сукины пироги! Что это за мертвый Якубович вылез? Или кто это? Фу, что? Опять драгоценный камень? Ключ от столовой. Ключик наш. Ай, бля! Бля! Тут пиздец какой-то происходит! Тут повсюду суки лазят, бегают, прыгают. Что? Что? Мы увидели какую-то девочку? Почему эта кукла двигалась? А тут все двигаются, тут все что угодно. Теперь я понимаю, зачем нам полоска эта сверху. Что же это, проклятие? А ну-ка, давайте обратно войдем, но теперь в эту комнату. В эту комнату! Туалет. Нет, 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 нет. Ладно, я пошел. Ну, в сраку. Так, тихо. Ай-я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 й. Все, есть, отлично. Так, бочки. Кстати, вот, в каких-то из этих бочек... должен быть кот или хреново, я не знаю. Давайте опять сохранимся. Фу, это жопа. Они резкие, как понос детский. Эти монстры. Опа. Вот. Че? Шо это? Что за... Куда ты идешь? Там пиздец. Что это такое? Я эту хрень никак не пройду. Мне кажется, мне пиписька будет. А-а-а! Назад. Я не могу пройти здесь. Что же мне делать? Как... О, надо как в огненном зале, горит все на моем пути. Да, я должна сжечь это, но как? Мне кажется, сейчас ты вряд ли что-то сожгешь. А ну, кстати, памятка с кодом. Бочки в восточном коридоре первого этажа, люстры, вестибюли возле входа, красные куклы в комнате кукол, картины в приемной комнате. Надо, наверное, сколько штук кукол надо считать, да? Сколько красных именно? Сколько люстр... Или хрена, ладно, давайте, короче, сейчас посмотрим. Сейчас я все сначала исследую. Но тут 3 бочки всего лишь. И тут 4. Вот как понять? Как вот понять? Так, надо как-то... Ай, драгоценный камень! Ай, суки, идите в сраку! Уйди, собака! Так, давайте в эту сторону. Нам надо посчитать, сколько там кукол красных. Дверь заперта. А, кстати, ой, бля, там еще падла лезет. Ну что такое? Ну никуда не спрячешься. Подождите, а не тут случайно? А ну-ка, подождите, ключ. Ключ от столовой. А где сама столовая? Мне вот интересно это узнать. Так, аккуратно. Включа? Нет, не включа. Так, давай, и ползи сюда. Я тебя сейчас... Опа. Видите, и он сразу убегает. Кстати, вот люстра. Что на люстре? Раз, два, три, четыре, пять, шесть... 6 плафонов. Я в принципе не знаю. Ладно. Сейчас давайте в комнату кукол. Сколько тут красных надо посчитать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это тоже кукла. 7. Одно число у нас будет. Так. Так, ну что, я нашел. То есть не нашел, посчитал, что там, как там, столько всего. Так, 7, 4, 8, 2. Если... О, круто, все, повезло. С этими кодовыми замками я вам гарантирую, просто всегда у меня проблемы. Так, здесь лежат мамины вещи. Так, убери, уйди отсюда. Так, запах, как будто бы мама рядом. Что, мама пукнула в этот в сейф, что ли? Внутри лежит светильник, он может пригодиться, лучше я возьму его. Я обязательно верну все на место, мам. Так, ладно. Светильник, опа, драгоценный камень, да? Опять? Это... Что это? Мамины духи. А не духи. Слушайте, ну, знаете, я в детстве брал диклофос или этот спрей, короче,
подносил огонь к нему и тоже пшикал, или лак вообще для волос вообще там горел офигенно. И я делал такую штуку, знаете, как огнемет. Может и тут такое сделать надо будет, чтобы убить того монстра. Папа до сих пор работает? Я люблю тебя, Мария. Люблю типа, да? Лю. Я тебя люблю. Понял? Ты. Сиська. Ох, ох, ох. Секас. Секас, девочка, слушает. Папа, папа. А вот ты где. О, это не мама была. Разве папа не говорил тебе, что ты не должна спускаться в подвал? Мам? А кто же там, да? А там это падла, наверное. О, я так и знал, он изменяет меня с этой шлюхой. Не могу поверить, с девкой, которую он подобрал на улице. Я ему никогда не прощу. Ну, в принципе, у нас ребенок такой, ну, как знаете, добрый. Он любит, как отца своего. Она, точнее, любит. И вообще отец очень ужасный. Я смотрю, и матери ее изменил. И что он творит в подвалах к чертовой матери. Что это такое? Духи выбросила, наверное, или что? Который подарил. Или что это? А ну-ка. Мама обычно была такой доброй, но в этот раз она вела себя совсем по-другому. Что же она выбросила-то? Эти духи. Я тогда положила их обратно в комод, но она сохранила их. Это хорошо. Это ведь был подарок от папы в честь годовщины их свадьбы. Значит, мама все-таки любила папу до самого конца. Какая-то любящая семья слишком. Я бы уже убил бы его. Я подошел бы, майонезом ему прыснул в глаз. Я возьму их с собой как талисман. Хорошо, мам? Мамины духи. Так, все, мы закрыли. Так, талисман. Какой нахрен талисман? Надо... А, слушайте, смотрите, мы взяли... Мы все взяли, но толку. Что, и все? Там больше ничего нету. Не может быть такого. Я думал, я там что-то найду, чтобы убить монстра этого. Так, что он... Что это такое? Этот странный человек куда-то исчез. А разве у нас был кролик тут? Снежок, ручной кролик. Или взять Снежка с собой? Да. Слушайте, у меня или галюны, или... Я не помню, был раньше он? Вроде ж не было, да? Ты ведь тоже любишь папу, верно? Что там такое? Снежок? Это, наверное, воспоминания опять какие-то? Да, воспоминания. Это помните, там, где мы выходили, там ничего не было. Снежок, да где же ты? В колодец, наверное, упал. Что же мне делать? Твоя лапка, наверное, болит. Я беспокоюсь за тебя. Вот он, прибежал. Снежок наш. Снежок! Где ты прятался? Я так волновалась, когда ты исчез. Я хотела замотать тебя лапку, а ты куда-то сбежал. Погоди-ка, твоя ранка, кто-то вылечил ее. Уф, ну и беспокойный же этот кролик. А вот и папашин. Папа? Ая, старайся следить за Снежком внимательно, хорошо? Он убежал и устроил на кухне настоящий разгром. Прости. Должно быть, пытался украсть что-то из того, что приготовила Мария, как в прошлый раз. Это ты нашел Снежка, папа? Ага, и вылечил его лапу, раз уж я нашел его. Хорошо, что папа рядом. Правда, Снежок? Спасибо, папочка. Снежок тоже член нашей семьи, заслуживает такого же обращения, как и все остальные. Ура! Ну, видите, в чем-то да, в чем-то он вроде и нормальный, в том, что он как бы добрый был, ну, конечно, не к тем добрый, к которым, я не знаю, что он там проводит на людях опыты. Давай спасать папу вместе. Слушайте, а интересно, задумка всей игры какая? Спасти отца, что ли, своего, или что? Интересно, насколько эта игра по времени, потому что, если честно... Буду всегда на эту фотку смотреть теперь. Если честно, то дом ведьмы мы прошли всего лишь за какой-то час. Вы представьте, это же так мало. А хочется так растянуть этих игр. Опа, чердак. А тут я не был. У лестницы нет ни одной из секций. Я не могу туда залезть. Понятно? Мы не можем. Ладно, тогда. Что тогда? Надо искать эту... Как ее? Кухню. Кухню. Надо искать. Или я даже не знаю, в принципе. Вот это падла. Что она... Что-то с ней, мне кажется, тоже надо делать. Но что именно? Дверь заперта. Я вот... Подождите. Снежок. А, слушайте, а что если... Ладно, давайте сюда пройдем. А, это архивы. Что если Снежка приманить к тому монстру, или я не знаю даже... Ну а что тут монстр нам даст? Опа, блин!
Ладно, назад, 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 назад. Смотрите, сейчас попробуем. А ну-ка сюда. Так, снежок нельзя как-то активировать? Иди сюда! Не, мы его просто никак не сможем поймать так. Что-то тут другое надо делать. Ладно, давайте еще раз спустимся туда, где мы были. О, вот столовая, кстати. Я думал, это большое окно. Почему-то я проглядел. Так, тут... Я уже слышу эти звуки. Это очень плохо. Давайте сохранимся. Так. Что это за... Опа! Он не шевелится. Кто это? А, это просто монстр. А кто же это издает такие звуки? Цветочный горшок. Ой! Ой-ой-ой, Джастин Бибер, ты чё падаешь? Драгоценный камень. Похож немножко. Клац, клац, клац. Какие мы злые. Ой, это котик. Котик с дома ведьмы. Эта падла сейчас на меня нападет, наверное, да? А ну-ка, можно дать снежка там как-то? И посмотрите, тут, именно тут, ковер лежит отдельно. Опа. Мы нашли тайный проход, но потом в него влезем. Давайте масло. Давайте тут пошаримся, посмотрим, что тут есть. Лучше мне держаться от него подальше. Я тоже так думаю. Но подождите, зачем же нам снежок? Что там кот пьет-то, я не пойму. Кровь. Ой, здесь темно. Хотя у меня же есть светильник. А, вот мы взяли светильник, кстати, из той комнаты. Но мне кажется, это нас вряд ли спасет, потому что тут очень темно. Бочки выложены штабелем. Дыра в стене. Я не пролезу тут, но зато снежок пролезет. А, ну я так понял, что дверь закрыта, и, скорее всего, снежка надо туда, ну, как, провести. Давай, кролятина, ух ты, мы еще и кроликом управляем, слушайте, ну это вообще жесть. А кролик сможет нам двери открыть? А что кроликом мы тут найдем? А, во, бензин для зажигалки. Кстати, что это за звуки? Что это? Эй, снежок! Дверь заперта. Ты куда побежал? Опа. Господи, нет, только не это. Свет выключился. Почему он погас? Пожалуйста. Опа. А это кто? Что это за моей спиной? Кто ты был? Наверное, показалось. Ага, покажется такое. А ну-ка, давайте проверим. Хм. Может, серьезно показалось? Так, а снежка мы забрали? Нет, мы всего лишь бензин взяли. Может, кота этого нахрен спалить? Лучше мне держаться подальше от него. Бензин для зажигалки. А что же... Ой, бля! Твою мать! Сука, падлы, они все повставали. Что за пиздец просто тут происходит? Кстати, я же взял эту. Я же взял вроде... Это что? Так, Подождите. Все, валим сюда. Так, где у нас это была? Ванная, подождите. Мы в ванной были. Падлу эту. А, она уже убежала куда-то. Туалет. Ну, он закрыт, да? Где у нас комната с кладовой была? Может, тут? Подождите, я запутался. Тут такой большой дом. Тут ничего не происходит. А ну, колодец. Мы подходили к колодцу? Да. Что это звуки такие странные издает? Ну, тут ничего нету. Как будто бы ветер. Так, ладно. Значит, это не тут. Это, наверное, вот тут. Ай-ай-ай. Опа. Воу. Дер... Вало... Что-то тут написано. Я не пойму. Или Дейн Виатор какой-то. Ничего не понятно. Подождите, что у нас тут? Дверь заперта. Непонятно, куда она ведет. Ну, и мы сохранимся. Так, хватит сохраняться. Так, там что-то есть. Ну да, мы это уже 300 раз слышали, что что-то тут есть. Давайте попробуем, может, как-то спалить его или нет. Или не получится. Не, у нас никак не получится. Я не смогу пройти здесь. Что же мне делать? Да, ты должна сжечь, но, блин, как тебя заставить сжечь? Что тут написано? И, видите, мы даже нажимаем, и ничего не происходит. Интересно. А что если нам выбежать вообще отсюда? Что это за падлы? Не, лучше я туда не буду идти. Давайте наверх поднимемся. Я просто без понятия, куда нам надо идти.
Что же делать, что же делать, что же делать, как же быть? Куда же нам идти? М? Куда вот нам идти? Вот кто мне подскажет? Кто мне расскажет? Так, ладно. Эта падла лезет, 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 лезет. Куда полезла, сучка? Где этот... Так. Где у нас та штука, которую двигали мы? Возможно, я что-то там не сделал. Здесь, да? Нет, не здесь. Наверное, здесь. Приемная. А ну быстро, заходи. Помните, мы кому-то открывали, да? Вот, мне кажется, возможно, но точно я вам не скажу. Так, мышка, уйди отсюда. Кто там пишет? Кто там пишет? Кто там пишет? Давайте подвинем комоду прям сразу. Опа. Да, я был прав, но что мы взяли? Канцелярский нож. Зачем этот нам нож нужен? Мы что, будем торт резать или что? Давайте сохранимся на всякий пожарный. То, что уже хоть что-то нашли. Ванная хрена... О, она крепко запечатана клейкой лентой. О, слушайте, а если разрезать? Можно? Пустая зажигалка. Мы нашли пустую зажигалку. А теперь как это совместить? Во, заправить зажигалку бензином, да. Yes. Заправляйся. И теперь, наверное, если я не ошибаюсь... А ну-ка. У нас есть масло. Масло горит, в принципе. Если это не подсолнечное, конечно же, масло. Ай, падлы, сколько масла нападает на меня уже. Ой, мы туда идем? Да, туда. Так, сохраняемся на всякий пожарный. И идем к монстрику. Монстр. Стой, 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 стой. Подожди. Я знаю, что ты не можешь пройти. Что если... Но как? Вот, воспользоваться маслом зажигалки, да. Ой, фу, чем-то брызнуло, у меня аж такие ассоциации. Горе, сачка! Она жжется, она жжется, нам больно, помоги нам, ох, нет. Блин, да она сейчас весь дом спалит, мне кажется. А ну-ка, теперь мы зайдем, и теперь их, наверное, не будет, да? Да. А что это за лампочка? И мы проходим дальше. Это очень хорошо. Так, деревянные ящики, всякая фигня. Кстати, вот мы и в лабораторию пришли. Но на этом наше прохождение заканчивается. Ну, на сегодняшний день. И если вам понравилось, подписывайтесь на канал, конечно же. Пишите комментарии, вступайте в группу. Рассказывайте друзьям, если вам нравится. Может, ваши друзья тоже смотрят летсплей там или типа такого. Так что всем удачи, всем пока. Скоро новая часть. Ждите.